Всем привет! Ура, 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 ура! Вы на канале Geek to Life. Я рада, что буду распаковывать посылку от компании Фраше. Я так рада, но мне кажется, коробочка какая-то немного не того размера, какого я ожидала, и легковато, на мой взгляд. Ну ладно, давайте откроем, посмотрим. Надеюсь, что все доложили. Начинаем это приятное вскрытие коробки с вкусняшками. Ля-ля-ля. Да, с пленочкой можно только ножницами справиться. Ну, мы справимся, что же. Так, так. О, какой кайф. Я уже забыла, что это такое. Распаковывать заказы от компании Фраше. Да, вот привезли мне его сегодня, кстати говоря. Нормально по времени, все хорошо. Вот так. Теперь с этой стороны. Оп-оп-оп. Я, знаете, даже не тороплюсь сильно для того, чтобы ощутить все удовольствие, какое я должна и испытываю от этого процесса. О, вы не поверите, но сейчас я действительно испытываю какой-то неимоверный кайф, который не передать словами. Это просто надо ощущать. Оп, последний штришок. И, о, как сказка, да? О, да. Ого, вот оно. Вот это счастье и радость. Накладная сразу убираем. Так, ну с чего бы начать? Ну, конечно, только не с подарков. Давайте я вам покажу, что вот я заказала из новой серии. Ну, новый, который уже многие попробовали, а я еще нет. И вот когда ходила в бутик, да, и Фраше. Ну, все старое. А, вот новинка. Сейчас посмотрим. Смотрите, здесь такие прикольные колбочки. Можно послушать аромат. Вот этот достаточно красивый, поэтому думаю тоже взять. Да. Вот эта новая коллекция очень приятная. То там потестила, и мне эта новинка очень даже понравилась по аромату, вот и решила заказать. Кстати, сегодня на сайте Фраше проходят потрясающие скидки 50%, то есть очень можно выгодно заказать, что я и хочу сделать, но из-за того, что не одна я такая, нас таких очень много, кто хочет выгодно заказать, ну, 50%, тем более, что и Фраше в последнее время редко радует такими вот красивыми скидками. Тут же я тоже, кстати, заказала, да, 20% по этому, да, предложению, тоже сладкому, 20%, а тут, представляете, 50%, причем на все, то есть код бонуса там определенный. И, ну, видите, сайт перегружен очень сильно, на нем невозможно что-либо заказать. Я тут, как говорится, пробилась, но, к сожалению, уже и в корзину положила какое-то количество товаров, решила код вбить, и вбиваю код, в общем, и все виснет. Вот так это все выглядит, нелицеприятно в плане того, что невозможно заказать, а очень хочется. Дай бог, чтобы код сохранился. Ну ладно, так, в общем, хочу еще заказать, я вот к чему. Да. Дальше давайте посмотрим, что тут. И из этой же новой серии я приобрела себе крем для рук. Попробовать, мне кажется, он классный, но по аромат крутой, и мне кажется, именно в такой упаковке крем должен быть плотный. Вот, ну а обзор будет на канале Супергекта. На тот момент, когда выйдет этот ролик, тот обзор будет уже присутствовать на канале, поэтому, если не посмотрели, пройдите по ссылке, которую оставлю в ролике, и посмотрите. А так, заочно, я думаю, что здесь плотная текстура. Так, и из этой же новинки, но уже с ароматом ванили, я взяла вот такой вот крем для рук. Да, такой же маленький, хорошенький. Так, что я еще приобрела? Вот сейчас такое ощущение, что чего-то не хватает. Ага, точно, еще один крем. Еще один крем я взяла вот такой вот. А, так, это у нас с чем? Миндаль и флер д'оранж. Тоже буду пробовать. В общем, набрала кремов. Набрала как следует.
И из новинок, да, вот совсем новинок-новинок, как я и собиралась, заказала новогоднюю лимитку. Так, новогодняя лимитка, что тут, клюква и миндаль. Целых 400 миллилитров взяла. Я взяла, по-моему, набор. Да, я взяла набор, судя по этой мочалке, потому что мочалка входит в наборчик. Так, дальше что тут у нас? Ага, также из этого набора крем для рук. Аромат, кстати, бомбезный просто. Почему я взяла? Да, я потестировала и говорю, что аромат здесь просто супер-пупер-мупер-пупер. Ну, качество, думаю, тоже будет хорошее. Видите, какое густое. Мне нравятся именно эти мыльца, поскольку они в такой удобной упаковке, которая будет мало занимать места. Видите, она такая длинная, удлиненная. Вот, крутая упаковка, на мой взгляд. И в этот набор также входило молочко для тела. Я, честно говоря, не очень люблю молочко для тела, потому что оно для зимы, ну, как-то не очень подходит, слишком мало питает кожу, а зимой лучше использовать плотную текстуру. Но в наборе почему бы и не взять, так сказать, чтобы отметиться для коллекции. И последнее, что я именно сама купила, да, а дальше останутся только подарки. Это новинка. Тональный крем для лица, соответственно. Так, ноль недостатков. Тональный крем Комфорт, розовый 100. Не знаю, подойдет ли мне, да, сотый оттенок или нет, но я вот решила попробовать. Вот так вот он выглядит. Сегодня же обязательно попробую. Мне, честно говоря, очень интересно, как будет этот крем. Я всегда перехожу именно в холодное время года на тональные основы, на тональные крема, потому как кожа нуждается, именно кожа лица нуждается в питании. И когда вы выходите на улицу, да, и щиплет мороз кожу, то, соответственно, ей нужно дополнительное питание. И вот когда вы наносите крем, он защищает от того, чтобы кожа не сильно проморозилась и, соответственно, не стала сухой. Поэтому обязательно использую именно влажные средства. Пудра уходит на второй план, если только я не веду съемку, могу еще дополнительно пудру использовать, но на улицу зиму одевать пудру, это как-то не очень уютно. Так, и теперь подарочки. Так, хотелось бы взглянуть сейчас в накладную, потому что такое ощущение, что я заказывала больше. Мне так казалось, наверное, это самообман. Вот, давайте вместе взглянем на накладную, все в какую стоимость вышло. Можете посмотреть, там поставить паузу. И взглянем вообще на сам состав заказа. Ага, питательное молочко для тела, питательное... Ну, вот тут непонятно, да, будто бы все как-то в кучу. Но из подарков мы видим гель для душа клюква. А почему вот написано 0, да? Я не очень понимаю, почему 0. Или жидкое мыло для рук клюква 0. Жидкое мыло для рук. Ну, почему? Ну, наверное, как набор, просто посчитали все вместе, я полагаю. И мочалка массажная, так далее, да. Крем для рук, крем, ну вот манго, кориандр, это я тоже все заказала. И вот подарки, да, идут. Восточное масло Хаамам, которое стоит 620 рублей. И мне написано в сумме 620. Что-то я вот вообще не понимаю эти расчеты, если честно. Потому что как раз наоборот, мне в подарок не гель для душа, клюква, да. Тут как-то странно все написано, будто с ошибками. А как раз наоборот, восточное масло шло в подарок. Я его не покупала. Вообще непонятно. Ну и вот действительно, в конце концов, подарок. Это питательное молочко для тела, питательный гель для душа. Био. То есть, по факту, все равно это подарки, несмотря на то, что здесь ошибка написана, да. Все-таки вот это все подарки. Итак, значит, что у меня является подарком? Является подарком вот это восточное масло, как вы поняли. Я его вообще обожаю. Это потрясное масло. Получить его в подарок очень круто, я вам скажу. Оно прекрасно ухаживает за телом, увлажняет кожу и дарит чудесный аромат. Вообще просто кайфушки. Взяла я в подарок, да, вот такой вот подарочек. Это у нас Культура Био. Серия Био. Так, давайте его послушаем. Здесь у нас что вообще? Как, с чем? Мед и мюсли. Запах такой роскошный. Это что-то сладким медом и мюслями пахнет. Действительно. Просто кайф. По-моему, такой гель сейчас стоит 160 рублей. И вот тоже очень крутяцкий подарок. Очень было приятно получить именно в подарок данный продукт, так как
покупать бы я его, честно говоря, не стала. Здесь 200 миллилитров, как я помню, то есть такая полная, на фотографии кажется, что это маленькая, но нет, это я посмотрела по литражу, да, это полноценная упаковка. Итак, растительный уход для тела, питательное молочко для тела. Экстракт овса био, формула содержит более 94 компонентов натурального происхождения. Представляете, даже экотюбик, вот это вот именно. Давайте его тоже послушаем, поскольку любопытство просто распирает. В общем, я послушала аромат, мне понравился, красивый тоже такой. Шикарный, косметический, роскошный аромат. И прям даже хочется уже начать пользоваться, хотя текстура, как я заметила, жидковатая. Но очень хочется начать использовать это средство, потому что пахнет классно. И именно вот в холодное время года не хватает подобных ароматов. Ну вот, на этом все. Теперь, в общем-то, пройдите, посмотрите обзор, если еще не посмотрели. А также подписывайтесь на канал Гекта Лайф и канал Супер Гекта, если вас он заинтересует и вам интересна бьюти-тематика. Ну что ж, на этом мой ролик закончился. Вот такая получилась у меня распаковка. Наконец-то я прям вообще в большом восторге от подобного процесса. И, как я уже сказала ранее, давно не испытывала этих нежных, таких прям трепетных отношений к этому. Ну, а на этом мой ролик заканчивается. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и до встречи в следующих роликах. Чао!